Всем привет! Сегодня мы снимаем в машине, и это видео будет про то, как я буду расширять возможности своего встроенного аудиоплеера в машину. Машина покупалась без USB выхода, соответственно, музыку послушать нельзя, но если вы горячий фанат аудио CD по 12-18-20 песен, то, пожалуйста, можно слушать без проблем. Я решил расширить немножко возможности своего аудиоинтерфейса вот такой вот фишечкой. Штука эта очень хорошая, так как она позволяет подключить USB флешку, на которой будут сотни песен, а то и тысячи, и одновременно подключить телефон или аудио MP3, как пожелаете. Фишка эта специально покупалась для Mazda 3, так что у нее соответствующий выход для этого. И есть еще, удивительно, есть еще переходник, который тоже USB, в который можно вставить разные типы карт. Это очень хорошая вещь. И продавца я рекомендую. Дошло за месяц. В принципе, это нормально. И все ссылки будут в описании на продавца. Ну что, начнем установку. Для того, чтобы воспользоваться возможностями этого адаптера, нам нужно вскрыть вот эту панельку, вытащить встроенный музыкальный плеер и вставить переходник. Все, двухминутное дело. Итак, эта панелька держится на трех креплениях. Тут есть два. Аккуратненько отодвигаем отсюда, потому что здесь стоит защелочка, которая ходит внутрь. И здесь третья в самом конце, слева. Вот так вот аккуратненько снимаем ее, откладываем. Бардачок нам уже не нужен. Теперь идем сюда. Под панелькой мы видим множество болтов, из которых нам нужно всего лишь 4. Это два, которые держат саму панель аудио CD, и два, которые держат компьютер. Так, откручиваем их. Раз. Два. Итак, мы открутили все 4 болта. Теперь, чтобы вытащить эту консоль, надо приподнять пластиковый верх, чтобы он нам не мешал, и просто потянуть на себя магнитолку. Так. Сняли магнитолку, теперь у нас открывается весь обзор сзади. Теперь берем это чудо-адаптер, и есть специальное гнездо отдельное для него. Вставляем до защелки. После того, как вы вставили в разъем адаптер, вставляете USB-шечку, такую вот, и путем переключения папок, которые вы до этого сохранили на свой USB, вы находите папку, которая бы хотела звучать в данный момент. Итак, адаптер работает, музыка играет, пожалуйста. Все чудесно, все классно. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых видео!